Друзья, всем привет! Вы на канале «Китаец отличился», меня зовут Руслан. Сегодня, как обычно, у нас очередной день на работе. Очередной день работы с работой. Мне с собой вручили несколько тут телефончиков. Сейчас я на несколько видео это все разобью, чтобы очень длинным не было. И начнем, наверное, мы первый у нас будет Сонька. Терпеть не могу Соньки. Вообще, вот эту модель, в принципе, не переношу на дух. Но уже взялся. Так, у меня вообще тут три Соньки, почти. Вот у меня раз рожа, она целая, но у нее тач половина не работает. Здесь Акума, ну, так в принципе она не нужна. А здесь у нас морда битая, дисплей работает, тач тоже отказал. Здесь плата стояла. Здесь я плату уже вытащил, дисплей маленько проверил. Так, визуально подключил. Вообще не выношу Соньки эти. Такие нудные аппараты. Вот он не включался из-за того, что у него батарейка, она не умерла, но уже такая подуставшая. Я пол телефона перебрал. Цветочку маленько разобрал. Надеюсь, живая. Да, плату наверное, снимать не буду. Его дособирать надо. Вот тут кабель. Коаксиальник поменять маленько. Клей оторвать. Блин, я взял с собой. Да, я взял с собой пинцет. Пинцет я взял с собой. Здесь остатки от старого дисплея. Еще остались. Блин, терпеть не могу Sony вообще. Не знаю почему. Сколько я с ними не связывался. Очень нудные аппараты. Кстати, моделька, не сказал, да, по-моему, C6603. C6602 одна херня. Одинаковый телефон, просто разная маркировка. Блин, тут тоже остатки дисплея снизу. Надо, короче, запропанула маленько бахнуть сюда. Ватная палочка красивая. О, другой базар совсем. Надо только палочку другую взять. Вот чудо чемоданчик есть. В нем всякая шняга лежит. Сейчас зачистим. Так, ну все, рамочка зачищена, в принципе. Есть такой класс людей, прям, которые тащатся по Сонькам, не именно по этой модели, а вообще по Сонькам. Я этих людей не понимаю вообще. Как можно любить эти телефоны? Это же просто ужас. Сейчас будем, короче, собирать из нескольких аппаратов. Видите, да? За что тут любить, если чтобы вставить просто коаксиальник, тут надо вот так выебнуться,
чтобы попасть туда. Так, 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 низ пока ставить не будем. Вот какой дурачок вот эту конструкцию придумал. То есть у нас есть тут шлейф дисплейный. Так, что у меня свет куда-то, непонятно. И есть шлейф тачскрина. Вот нахрена надо было делать вот этот вот переходик, если можно было бы сделать, допустим, вот без этого коннектора впаять напрямую. То есть, тут один хрен, никто не будет менять отдельно тач. Будут менять модуль. Зачем делать вот эти лишние переходы? Так, у меня подсветка разбираться сначала почему-то уже. Я его уже проверил. Для вас ссылка, конечно, в описании. Там, как обычно, все найдете. Надо, если купите, не надо, не купите. Все для вас. Я заднюю клеить сейчас не буду, крышку. Мне там еще, скорее всего, с платой надо будет поработать. Но не факт, потом приклею. Сейчас чисто экран влепим. И коаксиальник поставим. Все, клей на рамочку нанесли. Так, 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 так. Где тут порнографию? Я думаю сначала подключить, чтобы она меньше болталась. Подключил. Сейчас просунем. Есть. Здесь тоже есть. Ну, что не скажи, вот в рамочку они ложатся у них идеально прям. Хоть это и китайский дисплей, в рамочку он ложится отлично. Здесь вот клеящий слой, я думаю, смысла снимать нет. Он тут, ну, никуда он тут не приклеится. Тоже, на кой хер он там нанесен, на оригинальном там, в оригинальном здесь просто металлический скотч нанесен. Зачем здесь клей, я не представляю. Так, там, помнишь, он все подключено уже. Подключаем вот здесь обязательно вибра. Тоже надо попасть, умудриться. Ого, есть. И вот, вот эта вот хренотень тоже. Зачем она тут нужна? Нельзя было сделать нормальный фиксатор, что ли? Прям вообще. То есть, ну, просто ложится, чтобы не выпал у нас коннектор от вибрации. Сейчас коаксиальник положим. Вот они бы такой херней не занимались бы в своих аппаратах, наделали бы нормально, как все. Может быть, и у них моделей было бы больше. А так у них модельный ряд, насколько я помню, такой скудненький вообще. Опять же, вот здесь у нас клея нету на шлейфе, которым он должен подклеиваться к корпусу. Так, нахрен с ним придавится аккумулятором. Я, кстати, болтов с собой не взял от него, по-моему. Ну, ничего страшного, я думаю. А может быть, взял, сейчас посмотрю, кстати. Вот это вот тоже заглушечка под коаксиальный кабель. Всякие мелкие детали, вот эти лишние, которых тут можно не ставить. Ну, зачем оно? Знаете, я даже ставить ее не буду. По одной причине, потому что она была подклеена. Сейчас я ее воткну, а она один хрен у меня отвалится. Коаксиальник там сидит и так нормально. Где-то у меня в пакетике, вот здесь те крышка, что-то еще было. Да, я болтов с собой не взял, я взял с собой один болт от низа. Вот отсюда. Сейчас мы его тут зафиксируем, чтобы ничего не выпало. И аккумулятор, по-моему, у меня вот этот должен был стоять. Сейчас проверим. Подключение. Шлейф второй подключенный. Есть вибра. Есть картинка даже. Ничего себе.
это все обратно поставим, пакетик положим. Вот, чтобы вот этого товарища сделать, мне пришлось купить еще один такой же телефон, потому что у этого выгорела, по-моему, память, насколько я помню. Сейчас стартанет. Я его даже, наверное, растягивать не буду, потому что в рамку он лег, и даже он с нее не выпадывает. Вот тут маленько сейчас прихвачу, и все, больше не буду не втягивать. Так, ну телефон запустился, у нас здесь стоит графический ключ, который я, конечно же, не знаю, в принципе, корректно отзывается. Я думаю, на этом закончим. C6603, 6602, дисплейный модуль поменяли. Давайте дальше, пока-пока.